ключи. Ключики не золотые, но тоже приносящие счастье. Мэр Самары торжественно вручает их будущим новоселам. Анна Баринова ждала этого момента 3 года. И дрожащими от счастья руками открывает дверь в свой дом, как в новую жизнь. Особенно радуется сын Данила. Кровать у меня будет стоять вот здесь. Так. Коробка с игрушками его не имеет. До этого Анна с мужем и ребенком ютились в маленькой квартире у бабушки. Теперь же можно смело подумать и об увеличении семьи. Планируем, может быть, в будущем 2-го ребенка. Ключи от квартир по программе обеспечения жильем детей-сирот сегодня получили 3 человека. Ребята заселяются в новый дом на улице Лысвинская. Это однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Полностью отремонтированы под чистовую отделку. В каждой квартире есть лоджии, газовый котел, счетчики и сантехника. Программа реализуется, несмотря на экономические трудности. Здесь огромную роль в реализации программы играет губернатор Николай Иванович Меркушкин. Я считаю, что это хороший такой старт в жизни. И вот мы поздравляли ребят, говорили о том, что это не последняя квартира в их семьях. Главное, хорошо нужно работать, нужно трудиться, получать образование. До конца месяца новоселье отметят еще 16 семей. Всего в этом году жилье получит 127 детей-сирот. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.